Выставка Елены Панферовой открылась в Радищевском музее, и теперь каждый может увидеть ее работы, созданные за последние 15 лет. Ее картины находятся в частных коллекциях Германии и Голландии, но дома в Саратове ее любят и ценят еще больше. Елена Панферова принимает поздравления от коллег и поклонников. «Во свете твоем мы видим свет» – название экспозиции, которое полностью отражает ее суть. Религиозные мотивы прослеживаются во многих работах Елены Панферовой, и ее картины становятся совместным творчеством художника и Бога. А это скорее ассоциативная живопись. То есть живопись, которая вызывает определенные ассоциации, определенные образы, которые возникают, ну, из каких-то чувств, эмоций. Даже вот эти вот тексты библейские, которые я использую, да? У меня такое ощущение, что я там была. Сабина и Юля – ученицы Елены Панферовой. Хотя они занимаются с ней не так уж и долго, но уже заразились атмосферой творчества, которое присутствует на всех уроках с этим педагогом. Она очень добрая. Она замечательная. Елена Николаевна, ей, мне кажется, нравится рисовать, чтобы как-то загадочно. Чтобы не сразу можно было понять, но чтобы задумчиво. В творчестве Елены Панферовой есть не только религиозная тематика, но и вполне светские мотивы. Однако в любом ее творении можно увидеть свет, который сопровождает весь процесс созидания и саму жизнь художника. Роман Козлов, Виктор Рыков, Открытый канал, информационное агентство «Свободные новости».